После окончательной победы над Францией, Николай Павлович постоянно участвовал во встречах с иностранными политиками, королевскими семьями, посещал различные страны. Что же касается его личной жизни, то в 1817 году он женился, а в 1818 у него родился сын, будущий император Александр II. В общем-то, Николай Павлович спокойно занимался себе военным делом. Лезть в большую политику, заниматься политическими интригами ему крайне не хотелось. Но вот, в 1819 году Александр I сообщил, что, скорее всего, великий князь Константин откажется от престола. И получается, что следующим императором станет Николай. Вообще, Петр I в 1722 году подписал устав о наследии престола. Согласно нему, монарх имел право сам назначать престол наследника. По сути, устав стал причиной последующей эпохи дворцовых переворотов, когда к власти приходили военным путем. И вот, сын Екатерины II Великой, которая пришла к власти аналогичным образом, Павел I отменил этот устав. В 1797 году, во время своей коронации, он утвердил акт о престолонаследии. Теперь власть передавалась только по мужской линии и по старшинству. Всего у Павла было 4 сына – Александр, Константин, Николай, Михаил. После смерти отца в 1801 году Александр стал императором. Так как у Александра не было детей, то, согласно акту, власть должен был наследовать Константин. В 1796 году Константин венчался с Анной Федоровной. Однако брак этот был не очень удачным, и Анна Федоровна уже в 1801 году навсегда покинула Россию. Спустя долгое время Константин нашел себе новую невесту, польку графиню Грудзинскую. Дабы на ней жениться, в 1820 году, согласие Святейшего Синода, Константин разводится с Анной Федоровной и в этом году вступает в брак с Грудзинской. Так как этот брак был марганатическим, у Константина появилась возможность отказаться от права на престолонаследие. Так он и поступил. В 1823 году был составлен манифест Александра I, согласно которому после смерти императора власть передавалась Николаю. Однако был один нюанс. Этот документ держался в тайне, и лишь немногие знали о нем. 19 ноября в 1825 году умер Александр I. Далее важно следить за хронологией. 25 ноября Константин, узнав о смерти императора, присягает на верность Николаю I. 27 ноября новость о смерти императора дошла до Санкт-Петербурга. Николай присягает Константину. Тут важно кое-что объяснить. Дело в том, что у политической элиты к Николаю было спорное отношение. Генерал-губернатору Петербурга Милорадовичу и руководителям гвардии хотелось бы видеть Константина в лице императора, потому что Константин вместе с ними участвовал в Отечественной войне, и его авторитет был выше, чем у Николая. Поэтому, когда тайный манифест скрыли, то Государственный совет не торопился его выполнять. Важную роль тут сыграл генерал-губернатор Петербурга Милорадович, который был ярым сторонником Константина. В итоге Николай вынужден был дать присягу Константину, а вслед за ним и Государственный совет, и Сенат, и военные. В общем, вся Россия признавала Константина своим императором. Начали выпускаться даже монеты с его изображением. Николай, не успев получить письмо от своего старшего брата, отправил свое письмо с предложением принять власть. 2 декабря Константин ответил на него и, сославшись на тайный манифест, отказался принимать власть. Тогда 3 декабря Николай написал, что примет престол, если Константин приедет в Петербург и повторно откажется от власти. 12 декабря Константин отказался приехать в Питер, но при этом убедил младшего брата в своей лояльности. По мнению Константина, чтобы решить эту ситуацию, надо было просто обнародовать манифест 1823 года. Для того, чтобы решить эту ситуацию, Константин должен был просто приехать в Питер и повторно отречься от власти. Но по какой-то причине он решил этого не делать. В конечном итоге генерал-губернатор Петербурга Милорадович и вся политическая элита в целом начала понимать, что, скорее всего, Константин вообще никогда не согласится принять власть, поэтому они пошли на уступки. 13 декабря Николай подписал манифест о вступлении на престол, и Сенат признал это право Николая. 14 декабря была назначена присяга на верность Николаю I. И тут нужно сделать небольшое лирическое отступление. Дело в том, что далеко не всем нравился царский режим. В
первые годы своего правления Александр I проводил важные для страны реформы. Однако после Отечественной войны Александр начал проводить более консервативную политику. Дворяне, воспитанные на идеях просвещения, были крайне недовольны этим. В 1814 году уже стали появляться первые тайные общества. К 1825 году в России существовали две крупные организации. Южное общество, которое распространялось преимущественно на Малороссию, то бишь на Украину, и Северное общество, находившееся в Питере. Когда умер Александр I и возникла странная ситуация с преемником, декабристы решили этим воспользоваться. Во время Междуцарствия они набирали силу. Николай, узнав о заговоре декабристов, решил провести присягу раньше, но при этом не изменил день. «Послезавтра поутру я или государь, или без дыхания». Северное общество решило, что именно в день присяги они должны начать восстание. Были выведены 3000 солдат Северного общества. Однако, как оказалось, к тому моменту присяга уже прошла. Все чиновники уже разошлись. Николай же был предупрежден. Кроме того, главный руководитель этого восстания, Трубецкой, сам не явился на Сенную площадь. Восставшие бездействовали. Вскоре к ним пришли правительственные войска во главе с Милорадовичем. Он попытался их уговорить, однако в ответ восставшие в него выстрелили. И вскоре Милорадович умер. Интересный момент, потому что Милорадович — это же ведь тот самый человек, из-за которого Николай ранее не мог принять власть. А теперь Милорадович умирает, выступая на стороне Николая. В конечном итоге уже император Николай I отдал приказ стрелять по восставшим. Мятеж был подавлен, участники были казнены или отправлены на каторгу. После этого события Николай отправил письмо своему брату Константину с такими словами. «Ваша воля исполнена. Я император. Но какой ценою? Боже мой! Ценой крови моих подданных.